Здравствуйте, Александр Алмазов. Я так понимаю, вы организатор проекта «Уникум 21 век», правильно? Верно. Добрый вечер. А что вас подвигло заняться организацией такого, можно сказать, странного и первого своего рода проекта? Нас подвигло то, что, во-первых, в России есть очень много, по сути, уникальных, талантливых, творческих людей, и мы хотим оказывать им поддержку. Мы хотим их поддерживать, чтобы продвигать и помогать в осуществлении их целей и проектов. А почему старт этого проекта произошел в таком месте, дом музей Джун? А он здесь произошел как раз не случайно, потому что это очень по своей сути мистическое и необычное место, вокруг которого ходят слухи, легенды, и оно в последнее время стало очень скандальным. Оно постоянно на первых строчках газет, по телевидению, и вот не случайно мы здесь решили собраться, к тому же оно вообще обладает вот этой мистикой, мистической вот этой вот окутанной пеленой. А расскажете ли вы, в чем ваша уникальность? Считаете ли вы себя уникальным человеком? Мы знаем, что у вас есть галерея картин знаменитых людей России. Вы видите в них уникальность? Я создаю портретную галерею великих людей России. Да, они это только уникальные люди, герои моих картин, герои моих произведений. Но я не могу судить о себе сам. Вот, обо мне пусть скажет кто-то другой, тот, кто считает что-то обо мне. Но я могу только рассказывать о тех людях, чьи портреты я пишу. По сути, это действительно уникальные люди. Это путешественники, это литераторы, легендарные спортсмены, актеры театра и кино, исключительные военные, религиозные, политические деятели. И вот эти люди действительно являются уникальными. А случалось ли вам видеть мистику во время того, как вы писали картины, видели ли вы душу человека? Мистику во время написания... Душу вижу, да, а мистику я видел в отдельных других случаях, во время моих путешествий по нашей большой обширной стране. Вот. Были моменты, были очень интересные моменты, я не буду сейчас о них рассказывать, но это действительно было. Раньше, если я не верил, то, увидя некоторые вещи, невольно заставляешь задуматься об этих вещах и начинаешь верить. А вот еще есть, существует такая легенда, что художник вкладывает частичку своей души в каждую картину и передает человеку, чей портрет он пишет. Вы чувствуете, что когда вы рисуете кого-то, ваша душа соединяется? Да, это несомненно. Во-первых, это действительно так. Во-вторых, это остается для будущих поколений. Допустим, через 100, через 200, через 300 лет люди уже будут вспоминать об этих людях, о тех героях моих картин только по этим произведениям. Да, они, конечно, будут читать какие-то издержки, статьи и так далее, будут видеть фотографии, но это народная галерея создается. Как вот раньше, в 19 веке, была традиция такая писать известных полководцев, литераторов и так далее. Здесь я продолжаю эту традицию. Хорошо. И вот расскажите нам, пожалуйста, про картины Джуны как профессионал. Вот мне показалось, что по отдельности они не смотрятся так, как вместе. Они должны быть находиться все вместе в одной комнате, чтобы чувствовать их энергетику? Или можно как-то их по отдельности? Картины Джуны очень необычные, о них можно говорить очень долго. Во-первых, никто точно не знает, что Джуна изображала там, потому что нету ни одного прижизненного описания какой-либо картины, и названий нету, если вы заметили, нет названий. Строятся только догадки по воспоминаниям ее друзей, тех, кто присутствовал, тех, кто заходил и видел, что она пишет. Но это, опять же, только догадки. Они действительно уникальны, они обладают и мистической энергией, и целительной, исцеляющей энергией и так далее. Вот. Я не могу точно ответить, должны ли быть все вместе, потому что изучая эти картины, у них пересекаются, во-первых, сюжеты, вот, во-вторых, еще какие-то вещи. Они могут быть собраны, но не все, я считаю. Они могут. У нас здесь будет сменная экспозиция, они будут меняться. Вот. Их можно, конечно, все собрать, вот, но лучше их собирать по отдельности, разглядывать, рассматривать. А как человек, знающий, тоже еще скажите, сколько картин оставилось? Я не могу точно за вопрос ответить. Это лучше узнать у Валерия Камшилова. Хорошо, спасибо вам большое за ваши ответы. Очень приятно было с вами пообщаться.